Это 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019. Ура! Наступили летние каникулы! Малой, ты что так орешь? Я же повторно оглохнуть могу. Сорян, мамулька. Пойди лучше с Жориком погуляй. Да, мам, у меня нет времени. У меня прямо сейчас этот чемпионат по PUBG-шке Mobile начинается. Вот паскуда! Пешечка, а сейчас челлендж. Попробуй за 3 секунды нажать обычным пальцем на лайк. 1, 2, 3. Ура! У тебя получилось! 2020, да. Ура, каникулы! Мамуля, Жорика, куда это мы собрались? Куда-куда? Жорика надо выгулять. Да и подышу свежим воздухом. Мамуля, ты уже третий раз за сегодня Жорика выгуливаешь. Я тоже хочу пойти воздухом подышать. Я-то не против, вот Жорик сам не хочет. Жорик, ты чё это? Это тебе за прошлый год кукурузка переваренная. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019. Света, да я тебе говорю, Света, Лена, Жека и Костяныч уже в теме. А я сейчас уже бегу на рынок, покупаю мясо, мариную его, и завтра в 9 утра на автовокзале Стрела. Поехали на шашлыки! 2020, да. Кого это там нелегкая принесла? Здравия желаю, участковый Порешалкин. Нарушаете, гражданин? А что это я нарушаю? Да вы у себя на балконе шашлыки жарите! Так вы это перепутали, это не я, это сосед, паскуда. Уже третий день подряд эти шашлыки жарит. Да, понял, спасибо за ваше сотрудничество. Малой, малой, быстро перекидывай мангал соседям на балкон. Мусора нас спалили. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019. Да, планы на лето. Первым делом нужно купить ежедневник, чтобы записывать туда планы на лето. Гулять всю ночь до утра. Нарисовать на асфальте. Я люблю тебя, Олечка Бузова. Ездить на море 2 раза. Поймать кота, посадить в маршрутку и серьезным лицом сказать: как доберешься, перезвони. 2020, да. Так, какие же у меня планы на летние каникулы-то, а? Какие у тебя могут быть планы? Будешь все лето по квартире гулять. Блин. Тут же будешь в зуме с друзьями общаться, будешь домашку делать, которую тебе на лето задали. Все будешь делать. Ну, бабуля, а не ну-кай меня тут. И не я в этом виновата. Это все инопланетяне со своим коронавирусом, блин. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019. Ха-ха, я выпускник. Теперь я взрослый, могу делать, что хочу. 2020, да. Выпускной, один дома. С друзьями на связи по интернету. Это воспоминания остались у меня на всю жизнь. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019. Здорово, сопля! Ну чё? Здорово, сопля! Ну чё, пошло играть будем? А давай вышибалы! Круто, давай! Это, а давай ещё, короче, это всё будем снимать на телефон, а потом выставим на YouTube, типа, вышибалы 24 часа челлендж, йоу! Сопля, да ты мозг! 2020, да. Привет, сопля. Ну шо, во что играть будем? Ой, Федя, я даже не знаю. Ну во что? Можно в КС, можно в Фортнайт, можно на крайняк в Бравл Старс. Так все уже это надоело. Давай в морской бой по сетке просто зарубимся и все. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019. Без меня не начинайте! Я через 10 минут буду! А угадайте, кто это к вам приехал? В рот мне ноги не мытые! Бабуля, а ты откуда здесь, а? Я тут вам гостинцев привезла, а еще...
блин, сейчас полезет целоваться. От нее таблетками воняет. Фу. Мама еще заставит, наверное, с ней проводить все время. Ах, каникулы к черту. Фу, блин. 2020-й, да. Мне кажется, я из этого карантина схожу с ума. Я уже вижу инопланетян, да, и чупакабра, и гномики бегают вокруг меня, да. А угадайте, кто это к вам приехал? Бабуля, в рот мне ананас нечищенный, а ты откуда тут? Сосед Петрович ехал в город и меня подвез к вам. Так ты на улице была? Расскажи, как там? Воздух нормальный? Дышится свеженько или нет? А люди чихают, кашляют, пукают. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019-й. Право фланга заходи. А кукурузка моя переваренная, ты так все летние каникулы в телефоне проиграешь. Бабуля, не отвлекай меня, серьезная катка. Катка, хренятка, а ну дай телефон сюда и марш на улицу гулять, я сказала. Хорошо, старая бородатая истеричка. Что? Говорю, буду после 8 вечера. Пока. 2020-й, да. Эх, как же классно подышать свежим воздухом на балкончике и лучики солнышка. О, ты уже все подышал? Пойду я на балкончик подышу воздухом. Бабуля, ты насколько? Я потом после тебя еще разок пойду. Можно? Хорошо, только недолго. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019-й. Женешка моя бородатая, иди ко мне. Что, мамулечка? У меня для тебя очень радостная новость. Этим летом ты едешь к бабушке на все каникулы. В деревню. Катангенс мне в гипотенузу. Нет. Не нет, а да. Бабушка не вечная. Мам, ну может на следующее лето? Все уже решено и обсуждению не подлежит. Точка! Фоком глазом, вы подстава, блин! 2020-й, да. Моя ленивая волосатая жопа! Ау, иди сюда! Мамулька, ты меня звала? У меня для тебя очень радостная новость. Этим летом на все каникулы ты едешь к бабушке в деревню. Да ладно! Говорят, что в деревне этого коронавируса нет. Можно целый день гулять, купаться в речке и к деревенским девчонкам приставать. Вот классненько! И я к любимой тёщеньке поеду. Ага, разогнался хер моржовый. Ты остаешься со мной, работать будем. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019-й. Чё, и даже Анютка из параллельного будет там? Там все соберутся. Давай к 18.00 подкатывай к памятнику. Наконец-то с друзьями встречусь и Анютке признаюсь в любви. 2020-й, да. Всем привет, друзья из Зума. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? А 2019-й. Почё, припёрся мой имбецил переношенный. Посмотри на него, он еще и в сопли бухой. Мало того, что приперся в 6 утра, я тут себе места не нахожу. Волосы на груди вырываю, а он бухой, скотина. Мам! 2020-й, да. Сегодня пятница, а это значит, мы гуляем до утра. Правильно, в 18.00 встречаемся возле телевизора. В 20.30 перебазируемся в клуб «Кухню», а потом будем встречать рассвет на балконе до утра. Классно, мамка, я так люблю тусовочные квартирные пятницы. Лето 2019 против лета 2020. Кто победит? Спасибо тебе за просмотр.
себя, как всегда. Лайкосик под этим видео, если понравилось, дизлайк, если не понравилось, обязательно напиши в комментариях, как ты провел это лето. Ну и что, и можешь пересмотреть еще раз это видео. Если ты сделаешь скрин экрана и выставишь в Инстаграме и отметишь меня, я репостну твой сториз к себе. Все, всем пока, до новых встреч в пятницу! Подпишись, 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 колокольчик нажать не забудь, комментарий ты клёвый оставь и улыбнись, улыбнись, улыбнись!